20 марта 1239 года от Рождества Христова скончался великий магистр Тевтонского ордена Герман фон Зальца. Возглавляя Тевтонский орден в течение 30 лет, он скопил огромные богатства. Большая часть богатств великого магистра так и не была обнаружена после его смерти. Есть предположение, что часть сокровищ была спрятана на обширных просторах прусских владений ордена. Согласно легенде, место, где находится клад Германа фон Зальца, имеет свой ключ, некий предмет под загадочным названием «Золотая дюна». И несмотря на то, что прошло уже 800 лет, до сих пор далекие потомки тевтонских рыцарей не оставляют надежду найти золотую дюну и разгадать ее секрет. Законную добычу янтаря вот за это вот. 500 тысяч штрафа. Ну что там? Вот, товарищ полковник, камушки. Это еще кто такой? Ну-ка, давай пониже. Ты что наделал? Ну, вот этого нам еще не хватало. Я думал, он с ними. Думал. Иди отсюда. Достаньте его. Как самочувствие? Как нога твоя? Если отек не будет нарастать, пару дней подержим и отпустим. Ладно, выздоравливай. Береги ногу. Он здесь, останется на пару дней. Это что за дефективный?
Сын вчера из Швейцарии только вернулся. С учебы. Ага. И надо же, попал в такую яму. Ну, это, знаете, бывает. Угу. К тому же Макс вида крови не переваривает. Нам нужна отдельная палата. А здесь общая. Ну, это будет непросто. Сейчас. Ну, мы что-нибудь придумаем. Судьба попал в компанию я. Гоблины заклепанные, все мои друзья. Ты что-то на поясе не тянешь? Да, конечно. А ты что смотришь, а? Я в окно смотрел. А, конечно. Лучше слушай, кто тебе больше нравится? Фейс, Окси там, фараон. Я считаю, что эта музыка не несет никакой смысловой нагрузки. Ты хотел сказать, что это дерьмо? Ну да, отстой. А я говорила. Ты че? Глеб, ты с ума сошел? Пойдемте, я вам сейчас телефончик свой оставлю. Угу. И вы мне можете звонить в любое время. А, договорились. Днем, вечером, я все время спасибо. На связи. Я очень надеюсь на вашу помощь. Конечно. Угу. Вот, большое прошу спасибо. Вас. Спасибо. Можем ко мне зайти, кофейку выпить. Да. А, нет, спасибо, я опаздываю. А после обеда я постараюсь все сделать, решим вопрос. Хоть это и не просто, конечно, да. Ну, правда, после Швейцарии это не в общей ему лежать. Спасибо за понимание. Стой, да ладно, ты чего? Все нормально, что да я? Он не хотел тебя обидеть. Да расслабься ты. Все нормально. О, что расслабься? Давай, садись. Марш. Все хорошо. Что хорошего? Немецкий. Немецкий? Да. Держи. Давай. Ладно, не буду говорить. Да. Что? Ну, там просто история такая неприятная. Да. Какая еще история? Ну, тебе ну лучше ладно, расскажу. Короче, здесь раньше лечились фашисты. А теперь их призраки ходят по подвалам. Прикинь? А по ночам здесь немецкая речь слышна. Ага. Это очень страшно. Страшно. Настоящие немцы ходят. Слушай, а... Может быть, игрушечные? Конечно. С войны оставили взвод немцев янтарную комнату охранять. Слушай, а давайте реально в подвал сходим. Ну а что, там замка не было, я не видела. Ну ты что, Маш, шутишь, что ли? А что, ты не хочешь? Ну, я тогда могу с новеньким сходить. М? А, размечталась. Так тебя и оставлю. А что с тобой? Ты что, никогда тонический синдром не видел? Нет. Ну, типа астма. Ладно, забей, с возрастом пройдет. Я. Es ist ein Schatz von Salz. Меня всегда немецкая речь бесила. Вот что он сейчас говорит? Ja. Und am besten сокровище Сальца, Тевтонский орден. Что-то про встречу завтра и золотую дюну. Где-то я это уже читал. Bis dann. Ой. Ладно, я поняла. Еще увидимся. И тихо мне тут. О, Маш. Помоги, отнеси, пожалуйста, капельницу в палату. Угу. Угу. Простите.
Завтра надо организовать окно на таможне. Важный груз. Большой груз? Ценный. Сделаем. Сегодня с балаганом поговорю, разузнаю. Чего-то как. Почему балаган? Да тут пацаны с таможни позвонили, сказали, тетка приехала из Москвы с проверкой какая-то. Сложно сейчас с таможней. Надо подключать балагана. Плохо. Плохо. Ладно, некогда. Пришли его завтра ко мне в бункер. Потом на Бальгу поедем. Да что там копать на Бальге-то? Там же все уже выкопано. Не твой вопрос. И что без проблем? Проблем вообще не будет. Меня Чома обидел. Мама! Тёмка, это что, ты девочку обидел? Она меня обозвала дедомской крысой. А если мальчик будет расстраиваться... У кого съест? А давай тебе трюк покажу. Давай. Тём, здорово, браво. Я тебя люблю. А я тебя. Тём, что это? Факел. Зачем ты? Не знаю. Ты сам сделал? Да. Здорово, слушай. Тётя Ларис, давайте я сама. Хорошо. Врач говорит, что с ногой? Сыночек, не волнуйся. Мне тут костыль дали. Ничего серьезного, врач сказал, 2 дня ты полежишь здесь и все. Ну тебя ладно, отпустят. Ясно. А что он делает, мам? Папа решил вопрос коммерческой палаты и тебя переводят. Да ну какая коммерческая палата? Ну не надо, отойдите. А, пожалуйста. Нет. Макс, в чем дело? Не нужна палата, мам. Макс, в чем дело? Мам, ну не надо, пожалуйста. Мне тут Макс, нравится, тут кровать нет, удобная. Нет, ты не останешься здесь. Да вы что, я же телевизор туда цветной поставил, новый. Ну, что вы, какой телевизор? Я не смотрю. Цветной. Тем более какой? Вот телевизор цветной? Поставил. Мам, пожалуйста, мам. Мам, дай сюда вещи, пожалуйста. Вы знаете, вы... Пойдем. Вы, главное, не волнуйтесь. Пойдем, мы найдем... Давай не здесь. Найдем... Сыночек, давай мы тебя домой заберем. Нет, мы найдем решение. Пойдем. Взаимовыгодное для нас всех. Конструктивное. А у Макса предки ничего такие. Симпатичные. Ну, тогда он приемный. А я завидую. Ой, а чего завидовать-то, а? Все, пошла. Куда? Надо тете Ларис помогать. Может, останешься? Ага, она меня выпрет, а я денег до школы не заработаю. Глеб, ну куда ты придешь, Маш? Ну, Маш. Так, обратите внимание. Здесь изображена дыхательная система. Трахея, крупные сосуды. Это обязательно нужно знать, чтобы учитывать при своей работе. Бронхиальная астма тоже может быть очень опасна. В некоторых случаях вплоть до удушья. И что делать? Это, конечно, крайний случай. Но для спасения жизни пациента необходимо будет выполнить трахеотомию. Выполнить разрез нижней части шеи, чтобы получить доступ к дыхательным путям. А если в полевых условиях нет инструментов? Я думаю, вы справитесь с любым острым предметом. Даже стекло. Вы знаете, я, пожалуй, пойду. Пойдемте дальше. Слушай, Глеб, прикинь, я иду по коридору, стоят люди, а врач берет меня, хватает... Что, прям вот так? Глеб, ну что? Хватит. Что хватит? Макс, а чего ты там говорил? Какой-то зальц, немцы... Ну, тихо. Это вы про то, что этот немец рассказывал? Угу. Очень интересно просто. А, сейчас посмотрю в интернете, точнее об этом. А в 1250 году на месте крепости Ханеда было воздвигнуто здание конвента, ставшее ядром будущей каменной крепости Бальга.
В основании строящейся каменной крепости по завещанию Германа фон Зальца были спрятаны его сокровища ордена. Слушайте, ребята, может, и в нашем подвале есть сокровища? Ну, может. Ладно, нет так нет. И по легенде, по завещанию четвертого великого магистра Германа фон Зальца, именно в основании этой крепости были заложены его сокровища. Интересно, зачем коллекционеру древности тащить эту безделушку сюда? Может, как семейный оберег? Ну так вы чувствуете? Чувствуете связь? Вы посмотрите, что это такое. Это же золотая дюна. Медальон состоит из двух частей. Внутри янтарь, бенштайн по-немецки. Если его закрепить в центре, через специальные выступы, мы тогда сможем найти тайник на схеме и разгадать великую тайну крепости Бальга. Можно мне ключи от правого капонира? Алексей экскурсовод забрал. Там, с туристами. Это что заряженное? Ну, квесты. Сейчас это модно. Тут у нас еще и рыцари будут. Вы понимаете, это строго секретно. Ну, конечно. Звоните, если будет новая информация. Хорошо. Алло. Установите за немцем наружное наблюдение. Куда это мы идем? Ой. Ой. Коммерческая палата там. А, не в подвале, да, Глеб? А, да мы же не Швейцарии, мы не знаем. Да поняли, мы поняли. Все, поднимаемся. Все, не будем. Поняли. Спасибо. Маш, перестань баловаться. Что мы стоим? Что мы стоим? А мы мозги изучаем. Да. Гипоталамус, вентральная часть промежуточного мозга. Это неправильное название. Он называется хипоталямус. Он же... Что смешного? Что вы такую кличку? Ну, это на латинском языке. Ребята, не знаете, что вы не изучаете мозги, а вы мне их просто парите. И, между прочим, знаете, где гнездятся все болезни человека? Где же? А вот именно там, в мозгу. Вот тут, да. Поэтому лучшим лечением в вашем случае будет... удаление мозга. А если серьезно, ребята, там находиться нельзя. И я делаю вам второе предупреждение. Понятно? А что будет, если придется делать третье? Третье? Ну, будем удалять голову. А вы это умеете, да? Научусь, если надо будет. Это несложно. Значит так, ребята, вы что, хотите по 20 уколов витамина Б? Ой, тогда быстро по палатам. Маша, ты тоже давай. Ну, давай, 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 быстро. А здесь детям делать сегодня? Нечего. Нечего детям а здесь где делать. Вы здесь нашли детей, интересно. Маша, не пререкайся со мной. Вперед. А вы не кричите на меня. Давай, я не кричу. Здесь делать нечего. Здесь аварийная ситуация. А, слушайте. Пойдемте, пойдемте. Там ремонт. Там нельзя находиться. Пойдемте. Все, давайте вперед. Ну, Макс, ну ты по-любому проиграл. Все, проиграл. Угу. Давай, раздевайся. Давай, давай. Хорошо, носок можно, да? О, опять носок. Ну, это скучно, Макс. Ну, давайте заново. Ну, как-то скромно. Ну, давай. Ты слышишь? Подожди, я же выиграл. Что вы меня дурите? Ну, вот же, Глеб, а что ты меня же больше. В смысле, не понял? Ну, раздевайся. Зачем ты Макса подставляешь? Ты чего? Ты давай раздевайся. Угу. Вы что, прикалываетесь? Я не буду этого делать. Что-то в прошлый раз не такая стеснительная была. Да? А-а-а. Маш. Чего? Остановись! Подожди, я еще не закончила! Маш! А что? Погоди, Маша, отвали! Извини. Стой, Маша, прости. Да отвалите! Слушай, Здорово, балаган! Здорово, начальник!
Какими судьбами в наши края? Груз надо до Литвы доставить. А, груз? Ну-ка. Да сейчас сложно стало. По всей границе забор строить. Скоро нам придется, наверное, подкопы рыть. Ничего, мы успеем. Завтра операция. На Бальге схрон вскроем. Но сначала к Богдану заедешь. Там уже 30 лет все копают, копают. Я сам там всю жизнь прожил. Ничего там, наверное, уже и нет. А это не наш вопрос. А что с таможней-то не порешать? Так бы провезли спокойно, и никаких проблем бы не было. С Москвы привет. Проверка нагрянула. Копают крысы, вынюхивают что-то. Ладно, будь здоров. Проверка, говоришь? Слушай, начальник, ты ко мне больше не приезжай. Устал я. Завязываю. Я тебя услышал. Я тевтовский рыцарь, приветствую вас, приветствую вас, приветствую вас. Благодарю вас. Вы прекрасны. Спасибо. Прикольная такая. Разрешите. Ну что, идем? Ага. Ты заднюю-то не дашь? Что? Ну еще есть время вернуться. Ну что ты там? Иду, иду. Ну давай, иди быстрее. Я чувствую запах сокровищ. Да, этот не очень пахнет. Ничем не пахнет. А, слабо первым пойти? А? Нет. Ну, давай, давай, иди. Зацепилась. Что? Слушайте, я надеюсь, тут фашистов нет? Да какие фашисты? Вот, смотри. Вон там только один стоит, ну и мыши летучие. Посмотри, висит. Ну и что? Противогазов не видел никогда. Смотрите, вон там что-то видите? Ну-ка, ну-ка. Кто-то летает, да? Смотри, вдалеке. Маш, посвети-ка сюда. Пошли. Может, туда? Ага. Чего? Да нет, пойдем дальше. Блин. Макс, ты идешь?
идешь? Да иду я. О, смотрите, давайте туда. Иди сюда. Глеб, что это? Кто-то ой, свет выключил. Кто выключил свет? Кто балуется светом? Сейчас фонарик включу. Черт. Черт. Слушайте. Черт. Ребят. Не видно ж ничего. Что там? Мы не пролезем. Может, попробуем? Нет. Вода еще капает. Трубы. Как капает? Так, откуда мы пришли? Куда? Отсюда. Может, сюда пойдем? Нет? Нет. Нет, нет. Туда? Так, точно. Все, пошли. Нет, Глеб, мне кажется, не там. Я уверен, что ну, оттуда. Глеб. Да пошли, говорю. А если выход не там? Пошли, говорю, все. Глеб, подожди. Сейчас, сейчас. Глеб! Ищи противогаз, который висел, когда входили. Вон он! Где? Вон он, противогаз! Все, 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 мы вышли, ребят. Да. Пойдем. Давай. Все, уже выходим. Все. Закрыто. Да в смысле закрыто? Нет, я шучу! Тихо, Маш, отойди, 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 на, держи, на, давай держи. Я подержу. Я костылем ударю. Дай, дай. Держи. Может, замок как-то выломать? Да как ты выломаешь? Он с той стороны. Эй! Откройте! Стой! Держи. Дай я. Эй! Ау! Люди! Отойди. Дай с ноги. Класс! Да все, ее не выбить, она железная. Черт. Слушайте, что делать? Держи. А если ее еще неделю не откроют? Что делать? Что делать, а? Подождем. Давай, давай позвоним. Сейчас я, может, позвоню родителям. Давай. Сейчас придут. Тут связи нет. Связи нет, да. Вообще не ловит, просто нет сети. Ну да, прикинь, мы же в подвале. Спасибо, это ладно, нам очевидно. Ладно, подныть. Что? Тут еще где-то выход должен быть. Да где тут выход? Да все может, нормально. Давай, давайте подождем. А, конечно. Завхоз сказал, что сюда никто не ходит. Лучше подождать. Все, не унываем, пацаны. Сейчас все найдем. Да, найдем, конечно. Я чувствую, второй выход где-то рядом. Ну, ну пойдем. Если ты чувствуешь. Куда пойдем? Здесь, наверное, мелко. Может, пойдем туда? Туда? Да не лезь ты туда. Ой, да хватит, Глеб, сейчас все найдем. Все нормально. Тут сеть вообще не ловит. Да, конечно, немцы оставили роутер, забыли заплатить. Ну, Маша. Маша не виновата. А кто виноват? В этой ситуации надо себя спокойно вести. Ну, только не надо меня защищать, а? Вот ты себя спокойно вести. Ты молчи, вези. Не надо было спокойнее, соглашаться. Спокойнее, посмотри. Тём, ты что тут делаешь? Это я за вами подглядывал. Это Тёма из нашей больницы. Я искал тебя, Маша. Слушай, мы немножко заблудились. Покажешь, где выход? Тём, выход где? Я не знаю. В смысле? В смысле? Откуда ты пришел? Тём. Не знаю. Тебе не холодно? Да холодно, капец. Пошли в подвал, пошли в подвал. Заткнись. Угу. А... Ребят. Что, сел? Глеб. Да что? Что я тебе сделал? Глеб. Она не виновата, Глеб, он сам сел. Она слушайте, его может, включи. Обратно вернемся, а? Куда ты обратно пойдешь? Дверь заперли.
Да вы что? Что? Куда ты обратно вернешься? А, у меня фонарик есть. Блин, не видно ничего. Не трать заряд-то. Мне почти сейчас сердце у Маши сядет. Только процент один остался. Ну я тебе говорю. Ну не надо. Все, сел. Мы с вами продвигаемся по форту и переходим в главную часть, в арсенальную. Ту самую, ради чего и строилась вся крепость. Иди сюда. Поэтому внутри складывались боеприпасы, хранились орудия. И мы с вами потихонечку перейдем в подземную часть форта. Пожалуйста, будьте осторожны. Пройдемте с вами в самые интересные места форта. Итак, наверху необычные своды, странные люки, всякие приспособления для того, чтобы облегчить жизнь солдатам и как можно быстрее доставить боеприпасы на самый верх. Итак, впереди необычные лабиринты, туннели. Над вами люки. А правда, что под Калининградом существует второй подземный город? Конечно. Еще много неизученных лабиринтов. Тихо. А у меня есть спички. Что делать? Ребят. Все, мы тут останемся. Ребят, свет. Свет, пойдем. Нам туда? Может, поднять его? Ребят, так. Смотрите, это что? Так, Маша, отойди. Давайте я вам помогу. Не надо, отойди. Тём. Может, приварен? Да какой приварен? Давай, берись за ручки, за петли эти. Так, готов? Раз, два, три. Оба! Давай. Давай. А тебе получше? Нормально. Тём! Смотрите, куда ребят. Куда дальше? Да сейчас. Глеб, что там? Пустые ящики стоят. Больше ничего. Пошли вниз. Тём, идем. Ребят, слушайте, где мы опять? Ну реально не могу, насколько можно? Мы уже полдня ходим. Ну что ты переживаешь? Что делать-то? Найдем выход. Вы не чувствуете, что мы все не дальше от выхода? Все хорошо. Смотрите, свет! Ребят. Что там? Лев! Там кто-то есть. Да мужик какой-то. Мужчина, помогите, пожалуйста, мы заблудились. Эй, мужчина! Молодой человек, уважаемый. Мы просто... Помогите нам, пожалуйста, мы заблудились. В какую сторону хотя бы скажите? Да он не слышит, что вы орете? Он не двигается, может, ребят. Ухой? Слушай, может, мы ее... Мистика. Давайте эту штуку сломаем. Да отойди. Осторожно. Так, ну-ка. Я сама. Голову, голову. Тём, иди сюда. Ага.
Ну-ка, дай сюда. Тёма, не подходи. Пойдем все отсюда. Ты че? Все, это кирпич. Ну, крутой. А чего вы встали? А мне не видно. Возьми его. Опа! Давай. Ребят! Как в Швейцарии. Да это как в музее. Какая Швейцария? Кто-то своровал и оставил. Тёмка! Зачем ты взял? Тём, пистолет немецкий. Глеб, положи на место. Нам не нужно оружие, положи. Давай. Опять ты. Красивая. Старинный. Давайте положим и вернемся, а? Ну это чьё-то, ребят. Макс. А это так, что? Ребят, это дорожные чеки. И что это? Ну типа деньги. Такая, это дорожная Глеб, валюта. Давайте положим. Глеб, положи, это деньги. Деньги? Давай возьмем чуть-чуть. Да это чьё-то, Глеб. Давай положим на место. Балаганом. Сейчас приведу. Разрешите вопрос? А вы не боитесь балагана в городе оставлять? Он сказал, что завязывает. Финиш. Больше ничего. С балаганом позже решим. Понял. Сейчас приведу. Wie geht es Ihnen? Ich habe mein Bettstein. Wir fahren bald. Es geht um Depositgeld. Ich kriege meinen Schatz. Sie kriegen das Geld. So einfach. Я гуд. Что он говорит? Не понять. Что-то про офшор. Деньги не дольет. Не могу понять больше. Иди, иди. Всем привет. Тихо. Маша. Тихо. Что там? Сейчас все выясним. Давай наверх, давай, давай. Ребята, валим! Мы не ждем, прячемся. Не... Ты что там? Что? Да нет тут никого. Тихо. Мы год разрабатываем эту тему. Мы задействовали ОМОН, военных. Все под контролем. Поисковая операция идет по первой категории. Какой категории? Мы проверяем всех антиквар, копателей. Каких копателей? Речь идет о бесценных реликвиях. Что еще известно о немце? Контакты, разговоры. Молчит. А вы что за самодеятельность устраиваете? Я вам сказала сразу звонить. Где его теперь искать? Есть еще один нерасчищенный проход.
Какой проход? Там, в госпитале. Где он? Алексей знает. Леш, где ты, Леш? Покажи товарищам тоннель в госпитале. Хорошо, пойдемте. Да тихо ты. Тёма! Ну все, они ушли. Тём, вылезай. Так с ума уходим. Ребят. Чего? Тёмы нет. А где он? Да в смысле нету? Да в прямом где смысле может нет. Быть? Там был. Посмотри, он Маша. Наверх пошел. Посмотри внимательно. Какой наверх? Нафига ему наверх? А куда он ушел? Успокойся. Да уходить надо. За ребенком пойдем. Что ты поддакиваешь? Чего? Ты чего меня толкаешь? Ты чего, дураки? Все хорошо. Маш, пойдем. Ах ты, гаденыш. Кусаться еще. Извините, форс-мажор. Отпусти! Неожиданный свидетель. Полковник, ты мне что обещал? Никаких проблем? Случайно. А это кто? Откуда он здесь? Мальчишка. Закрой его. Давай, пошли. Бинты вот так вот. Давай, не дергайся. Сиди. Бернштейн. Йетштейн. Хорошо. Я принесу вторую половину. Кто взял? Бью. Тём! Сюда попал. Нет, закрыли. Глеб, надо что-то делать. Как его вытащить? Так, отойди. Ты отойди, я знаю, что делать. Что отойди. Ты знаешь? Отойди отсюда. Давай, достань. Давай. Сейчас достану, давай. Секунду. Сейчас. Давай, на счет три. Раз, два, три. Тём, держись крепче, пожалуйста. Глеб, он сейчас упадет. Давай, тяни я его. Я держу. Тяните, мальчики, Макс. Тёма. Так, все, пошли. Мы валить отсюда собирались. Не понял. Отвали. Как-то тут не очень. Тём. Вот же выход. Давай сейчас с ноги. Ребят, там свет. Сейчас, подожди. Куда ты с ноги? Тут на соплях же держится. Дай я пройду. Куда ты полез? Вперед, батьки, в пекло. Тихо. Что ты толкаешь меня? Оборзел, что ли? Возьмите Тёму! Тёма, давай. Осторожно, Маша. Не надо, я сама. Ребят, на выход. Давайте. О, там свет. Тём, осторожней. Ух ты. Высоко. Вот сюда вот можно пролезть. Да куда ты полезешь, а? Все, пошли назад. Пойдем. Пошли назад, другой выход есть по-любому. Давай. Все, вышли на гору. Все. Маша, давай. Нормально, иду. Вот же выход, тише, вот. Тише. Все, Маша. Все, пойдем, все, мы пришли. Маша, выход. Все. Давай, руку давай. Руку давай. Я сама. Все, выход. А, погиб! Тихо, тихо. Я не понял, а это что за такие? Ты куда? Все, Маша. А ну, ноги убрал. Стой, отдай. Тихо, руки убрал. Отдай ребенка. Тише. Ну-ка, машина, Маша, дай я сам полиция. Кто такой? Я агент под прикрытием. Давайте в машине все отпустим. Мы никуда не пойдем. Двигайся. Да откуда же вас столько-то? Встать! Медальон у него забери. Петя. Не двигаться! Петя, не хочу вас! Идем.
чё притихли? Если не догонят, то жить будете долго и счастливо. А кто за нами гонится? Кто-кто? Оборотни в погонах. А вы кто? А я агент под прикрытием. Я же говорил. ФСБшник, что ли? Гораздо лучше. ГРУшник. А зачем вы по подвалам ходите? Ловлю негодяев. В подвалах? Конечно. А где их еще ловить? Да он же бандит, Макс. Тихо. Да он же нас сейчас завезет. Сейчас зато. Тихо. Может, он и вправду агент? Ага, из Швейцарии. Выходим. Не бойтесь, не бойтесь. Давайте, идите за мной. Ну вот здесь вот мы в безопасности. А что там? А кто здесь живет? Пошли, да никто посмотрим. Здесь не живет. Этот дом конспиративный. Вы что там встали? Ну-ка, быстро в дом. Ну, давайте. Проходите, ребят. Проходи, проходи. Ух ты! Давай слазь оттуда, вон туда пошли. Вон туда. Куда? Налево, налево заходим. Налево заходим. Да. Сюда идем. Какой-то вы странный агент Интерпола. Да нормальный агент. На диван присаживайтесь. Вон диванчик. Сейчас позвоню, минутку. А вы что, нас в заложники взяли? Да какие заложники, о чем вы говорите? Мне за вас медаль дадут. Вы бы и сейчас по этим подземельям ходили. Где этот чертов медальон? Ты ему веришь, да? Не знаю. И связи нет. А ну-ка быстро выворачивайте карманы, сейчас обыскивать буду. Ребятки, давайте, надо, зачем? Надо, да надо. Ну что? Да у нас... Мало ли. Что? Да. Давай, давай, покажи. Да у меня пусто, нет, у нас только телефон, но они сели все. Ну ладно, садитесь. Ну что, хромой, ногу-то резать будем. Что это за шутки? Какие шутки? У нас в детдоме вообще один был без рук. Так он ногами научился кашу варить, раздевался и одевался. Даже брился потом ногами, чудесно себя чувствовал. А вы тоже детдомовский? А кто тут еще из детдома, кроме меня? Ты-то что-то сильно не похож. Слишком ухоженный. Я... Красавчик, ну что ты? На, поешь. Иди сюда. Садись. Так ты, оказывается, Тёма детдомовский? Да. С какого города? Полесск. Ну и как там в Полеске? Полина Ивановна еще жива? Нянечка старая. Умерла в прошлом году. Дай-ка осторожно. Не надо. От старости. Еще набалуешься. Валить, говорю, надо. Вы чего? Я никуда не уйду. Глеб, да реально. Куда валить? Подожди. Глеб, что? Я без Тёмы никуда не пойду. Он агент, реально. Какой агент? Головой своей думай. Последний шанс, Маш. Нет, я никуда не пойду без Тёмы. А в туалете окна клеят? Чтоб не замерзли вы там. Ну да.
Мы любим сидеть на подоконнике. Ясно. А у меня в спецшколе туалет на улице был. 300 метров приходилось бегать. Ладно, Тёма, пойдем. Пошли. И побеждает? Что вы тут творите? Сдурели, что ли? Ну-ка дайте сюда. А что, поиграть, что ли? Да не надо играть. Ай, боюсь. Кого ты боишься? Кого боишься, Тёма? Тебе балаган говорит, не надо бояться, а то всю жизнь свою будешь бояться оставшуюся. Кстати, я слышал в подвале, что с балаганом потом разберутся. Кто сказал? Какой-то мужик мужчина какой-то в капюшоне. Угу. Тёма. У тебя медальон. Тёма. Тёма. Тёма, ты что? Тёма, же договорились. Теперь клатмы поищем. Тёма, это ты же чужой. Тёма! Слушайте, ну... Куда ты его ты вообще молодец, Тёмочка! Да... Тём! Да. Так нельзя. Что за гости? Что вы там? Это за нашим медальоном. Быстро уходим, не высовывайтесь. Да. Сейчас куда? Стрелять начну. Да уходим, куда? Уходим. Куда? На кухне второй выход. Да. Куда прятаться? Кто это такие? Давай, давай, быстрее! Бегите к сараю, прячьтесь на чердак, на чердак, прямо? Быстрее! Балаган. А что ты этих клонов привез? Где мальчишка? Где? А я что, диггер по подвалам тут лазит? Иди сам найди. Тут дело серьезное. Это даже не проблема, это катастрофа. Надо найти. У него медальон. Да нет у него медальона. А ты откуда знаешь? Балаган. Ты же знаешь, с Богданом не шутят, да? Да. Смотри. Парни, в доме посмотрите. Так где мальчишка? Да вообще не знаю, как сквозь землю провалился. Ну-ну. Как бы тебе сквозь землю не провалиться. Тёма, залезай. Давай, Тёма, лезь. Быстрее. Да чё туда идти? Нет там никого. Пойдем лучше в дом чаю попьем. Погоди-ка. Подождите. Аккуратно по доске. Ну, кого ты здесь хочешь найти? Пусто. Руку дай. А кто это здесь у тебя? Смотри, уходит! Стоять! Не стреляй, там же дети! Вечность идем. Я пить хочу. Вернешься домой, попьешь. И когда это будет?
Ты чего, клещей хочешь наловить? А что, они тут есть? И еще сколько? Давай помогу. Я помогу. Слушайте, отстаньте, руки а? Вы достали оба. Что ты делаешь? А сам что? Хватит ругаться. Ты можешь руки свои не тянуть куда не надо, а? Макс? Здравствуйте. Полковник ФСБ Инга Сергеевна. Боже мой. Родная, успокойся. Что успокойся, происходит? Пожалуйста. Что случилось? Скажите, что случилось? Мне нужна от вас информация. Пока ничего не случилось. Скажите, когда ваш сын в последний раз выходил на связь? Мы не можем дозвониться до него уже с 10 утра. Такого раньше не было? Нет, это не про нашу семью. Нет. А личные вещи вы проверяли? Все да, на вещи все на месте. Все это на его месте. Рюкзак? Да. Проверь. Книгу покажи, пожалуйста. Книга, она давно здесь лежит, она вся мокрая. Угу. Могу я посмотреть фотографии вашего сына? Дорогая, да. Покажи им в телефоне. Ну что? Не волнуйся. Вот, Макс. Давай, быстро за мной. Пойдем. Ой, осторожно. Да, не надо. А мы чего, тут ночевать будем? Есть, я вас тут буду. А что, отель свободен, места хватает. Валить надо. Куда ты собрался валить? Все равно, куда-нибудь. Идем за мной. Подержи-ка. С оружием нам так повеселее будет. С оружием? Ты сильнее даже Бэтмена. Оружие убивает. Оно само не стреляет, от людей зависит. А можно посмотреть? Всем стоять! Ой! Оставаться на своих местах! Ай. Дурак, на людей нельзя его наставлять. Отдай. Ну что, ребята, какие пожелания насчет еды? А что у нас в меню? Сейчас посмотрим, что Бог послал. Что-нибудь найдем. Думаю, что от голода не умрете. О, повезло вам. Тушенку послал. Едите тушенку. О, тушенка. Тушенка аппетитная. Да мы уже все едим. Местного да, производства. Макс? Тушенка? Нет, устрицы маринованные. Ну что, Тёма, вкусно? Да.
А кто этот здоровый? Полицейский? Да негодяй. Оборотень в погонах. Так что здесь заночуем. На утром на Больгу двинем. Клад будем искать. Поможете? Все, шутите? Да уже и не до шуток. Медальончик-то у нас. Ладно, спим. Не надо. Они могли пойти сюда. Вот здесь проехать можно. Макс, Маш, отпусти Маш, меня! Не лезь. Макс, Маш, стойте! Руки вверх! Отойдите, он выстрелит вас! Он выстрелит, отойдите! Отпусти меня! Глеб, не стреляй! Поехали! Ага. Он дебил. Собирайтесь, уходим. Дебил. Воевать со мной собрался? Медальон у тебя? Верни его и будешь свободен. Лови. Глеб, поднимаем. Осторожно. Тихо, тихо, тихо. Зараза. Давайте быстрее. Давай, в лодку, быстрее. Давай, в лодку быстрее. Че? Это лодка? Да наша лодка. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Толкай. Давай, тяни, тяни на глубину. Понял. Стой! Верни лодку! Это моя лодка! Давай, ребята, пошли. Балаганна, зачем мы сюда приехали? Море успокоится, дальше на Больгу пойдем. А бога перекусим, что рыбак наловил. Слушайте, Глеб, почему они за нами охотятся? Ну, хотят медальон отобрать вообще-то. Вот, да, он что-то кричал, отдай медальон, это его? Это народное достояние вообще. Ты что, не знаешь, что я вообще агент под прикрытием? Интерпол. Ага. Ходячий, конечно. Вы себя в зеркало видели? А какие они должны быть, по-вашему, агенты? Да ты посмотри на пузо. Серьезные. Слушай, они подкачанные, стройные, да, сколько тебе лет? Да, они все такие есть. Ага, подкачанные. Главное не выделяться. А если они нас догонят, что ну, будет? Нас могут. Убьют? Ну, как свидетели могут и от вас избавиться. Меня так точно уже заочно приговорили. А вас потом. А здесь вообще не опасно? Не бойтесь, здесь нас никто не найдет. Да? То есть мы можем погулять? Туда не залезайте, а там можно походить. Вон туда? Ну, ребят, вон там, пойдем? На дюнах. Мы пойдем. Пойдем. Хорошо. Постой.
Ты-то куда побежал? Я? Тебе команды не давали. Что? Тебе доверия нет, ты у нас провинился. Со мной останешься. Почему? Не-не-не. Пошли, давай. Костер поможешь разжечь. Давай, давай. Как нога? Нормально. Догоняй. Давай потом искупаемся, да? Ага. А еще чего? Ага. Чего нет? Искупаемся, да? Позагораем. Конечно, смотри, какое море классное. Ой, ой. Ну да. Стихи знаешь? Herz, mein Herz, was soll das geben, was bedränge dich so sehr? Welch ein fremdes neues Leben, ich erkenne dich nicht mehr. Переведешь? Что с тобой вдруг сердце стало? Что ты ноешь? Что опять закипело, запылало? Как тебя растолковать? Что натворил? Чего? Ты что без нас натворил, дебил? Да тряпку туда кинь, какую тряпку вообще? Туши сейчас. Спаришь нас туши. Всех, негодяй. А не там. Смотрите, там ты. Давай, разворачивай. Побежали! Что? Вань, что случилось? Быстро побежали! Мам! Ребята, давайте быстрее! Мы спалились! Отпусти! Да хватит, Глеб! Давай, Вань! Давай, давай! Тянем! Тяни, тяни, тяни! Тяни! Мама! Давай! Мама, уходи! Мам! Давай! Мам, давай! Ну чего уснули? Давай! Давай! Греби! Давай где? Еще чуть-чуть! Гребем, гребем! Только выше! Держитесь! За камыши! Да! Все! Держитесь! Смотрите внимательно! Они где-то здесь!
неверно. Маша, что? Дай все, лекарство закончилось. Отдай мне. Нет. Пусть. Зачем мы сюда приехали? Да? И как делить будем? Как делить? Ты вдоль, эти по боку нам. А все где? Шутки шутите? Да не, вот оно. Посмотри. Вот оно, наше богатство. Вот как это нужно разгадать, и мы что-нибудь найдем. Возможно. Вы тоже можете посмотреть, может, что увидите. Круто. Какие-то знаки. Ну-ка, дай посмотрю. Буквы немецкие. Здесь крепление. Ну как? Должна быть вторая половина. Без нее не понять. Правильно, Макс. На крест похоже. Возможно, есть какие-то знаки. Ладно, дай сюда. Тём. Куда ты полез? Вылезай. Весь в паутине. Тём. Осторожно. Маша, осторожно. Ребята, не отставайте. Что за дела? Я не знаю, я не хочу оправдываться. Ты уже тянулся, Маш. Ну, пожалуйста, ну не надо. Да что? Да я тебе клянусь, у нас ничего не было. Что вы на дюнах делали? Со мной поговори. Я тебе сейчас сломаю. Я тебе сейчас лицо сломаю. За сколько продалась? Обрез поставь. Да ладно, не чуди, ну что случилось? Обрез поставь, я сказал. Может, я еще пригожусь? Не пригодишься. И рюкзак туда же. Медальон. На рюкзак положи. Внутрь. Живо внутрь, я сказал! Ой, а как вы нас нашли? А где Благан? Он не опасен. Он, может, и не опасен, а я опасен. Я говорил, еще одно предупреждение, будете наказаны. Слышь, Богдан, хватит. Богдан? Внутрь. Быстрее, я сказал! Внутрь! Не хочу! Встали! Быстро! На землю! Сидеть! Сидеть! Да как вы можете? Вот он, медальончик. Золотая дюна. Сейчас власть денег. Кто больше сумел хапнуть, тот и прав. А человеческая жизнь ничего не значит? Человеческая жизнь? Да она вообще ничего не стоит. 100 человек погибнут, даже траву не объявят. А вас здесь четверо. Так вот этого вообще никто не заметит. Все, хватит. Отпусти детей. Хватит болтать, решай со мной. Как вы мне надоели. Макс. Молодец, Макс. Отдай стул, отдай. Молодец.
Молодец. Ну что, убить меня хотел, подлюка? Человеческая жизнь, говоришь, ничего не значит? Ребята, не надо, пожалуйста. Я вас прошу, я умоляю, пожалуйста. Маша, ну скажи им, там же денег на всех хватит. Мы их в Германию переведем, я уже и офшоры открыл. Маша! Суд присяжных постановил расстрел. Негодяй! Ладно, живи. Так, ну что, смотри, золотая дюна. Шанс есть разбогатеть. А? Смотри. Что там? Схема. Что там? Больга получается. Ну, пошли тайны разгадывать. Здесь на схеме стрелка прямо по направлению в центр креста. Крест? Ты крест не видела? А, вот тут вот в стволе дерева. Где? Я видела. Пойдемте. Что там? Тём? Угу. Макс? Тут лебедь у меня на схеме. Вот лебедь. Ага! А теперь 50 шагов на юг в яму. Ага. Туда. Давай, аккуратней. Все ищем чашу, чашу. Внимательно. Как оно выглядит-то хоть, а? Этого никто не знает. Макс, подожди, подожди. Глеб, ты не видишь? Я не знаю, что тут можно найти. Ой. Вот же она. Нашел? Да! Вот. Че там? Ну здесь, смотрите, вправо, сто шагов, вправо от чаши, сто вниз? Шагов, туда вниз, да. Давай, ты первый, слушайте, иди. Слушайте, давайте здесь подождем. Эх, мы ж только вылезли. Я не буду хорошо. Спускаться. Макс, Маш, мы заблудимся. Я рядом с тобой, не бойся. Аккуратно, давай. Держи. Ну что, шансы есть какие? 10 шагов вперед. Пошли. Пойдем, мы уже близко. 4, 5, 6. Маш, давай быстрее. 7, 8, 9, 10. Дальше. Мы пришли. 10 шагов. Теперь семь вниз. Да куда 7 вниз? Чего? Здесь вода. Тихо, тихо. Отойди, отойди. Вниз? 7 шагов вниз, Тём. Я же сказал. Да какой вниз? Тут стена. Макс, посвети. Ребята, это же наш медальон. Ребята, разошлись. Ой. Что это? Сокровища. Сокровища фон Зальца.
Надо скорую звонить. Да все, она умирает. Оставь ее. Клади здесь. Срочно. Беги быстро в скорую. Быстро. Да у меня телефона нет. Встал. Быстро, я тебе сказал. За скорой беги. На. Маша. Маша. Связи нет. Нож, бустро. Дай нож. Врач говорил, здесь надо резать. Куда я буду резать? Здесь. Да не могу ее. Зарежу. Убью ее. Убью. Нож. Дай сюда. Давай. Давай. Раз, два, три. Медальон. Какой медальон? Медальон. Мне по закону 20% положено. Будет тебе 20%. По закону. Может, увидимся вечером. Я свободен. Не думаю. Давай в машину. Пошел. Погодите, постойте. Можно я тоже поеду? Нет. Почему? Положено. Не буду мешать. Я же сказал, нельзя, отойдите. Стой! У нас через 3 часа самолет в Швейцарии. Да не поеду я в Швейцарию, мама! Как же учеба? Не поеду я ни в какую Швейцарию! Как же учеба твоя? В чем дело? Там мой сын, пустите меня к сыну, у нас самолет! Как ты? Пойдем в кино? Хотя нет, тебе кассирша вряд ли продаст билет. Скажет, с кроватью нельзя в зрительный зал. Кстати, здесь мне рассказывали, что по ночам на чердаке ходят привидения. Я люблю.
Thank you.